Появилась такая вещь, как интернет. Казалось бы, вот 20 лет назад даже никто и не подумывал об этом. Но вот он есть, и многие люди вот уходят в виртуальную реальность, подменяя на самом деле какие-то реальные человеческие чувства, реальность настоящую, подменяя мнимой. И вот этот вот уход в какой-то степени, конечно, это плохо. Вот. Ну и, собственно говоря, вот песня. Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади. Уже сняты все отпечатки, контрабанда не берет. Как херувим, стерилен ты, а класс второй не лучший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса. В счастливый путь, ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай, не кричи от наших воплей, он оглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога, там ведь есть, наверное, Бог. Он передаст ему привет, а позабудет, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрими, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, в счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Не всем дано поспать в раю, но кое-что мы здесь успеем натворить. Подраться, спеть, вот я пою. Другие любят, третьи думают любить. Уйдут, как мы, в ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, в счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. И хоть бы хны, лежишь, миляга, принимаешь вечный кайф. И нет забот, и нет вины. Ты молодчина, это место подыскав, разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны, вонь и рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовом ты несчастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, в счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Ну а пока звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. И если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.